Всем наш рабочий крестьянский урбанистический привет. В эфире программа о хип-хоп-культуре, не какой-нибудь гламурной херне. Сегодня, как всегда, очень много всего интересного. Для начала, для затравки, хотел бы вам показать клип от всем, в общем-то, известного исполнителя. Sharp, олдскульный исполнитель. Трек при участии диджея Tone Track. Это трек «Засыл». Это короткое видео, на мой взгляд, очень интересно и кайфово снято. И сам трек отличный. Вот. Дальше, естественно, как всегда, у нас будут гости с новым видеоклипом. Также напоминаю, что в прошлой программе у нас стартовал новый конкурс в рубрике DSP – «Делай сам продакшн». Группа «Марсель» объявила тему конкурса, а я и не знал. Всем участникам требуется прислать свой трек продолжительностью 1,5 минуты и снять на него видео. Залить на файлообменник, к примеру, Mail.ru, там можно заливать до гигабайта, так что свободно. Вот, старайтесь присылать в лучшем качестве. Присылать на мой ящик chen@a1tv.ru. И группа «Марсель» будет выбирать самого лучшего исполнителя, самый лучший видеоклип. И победитель получит кучу всяких кайфов. Итак, DSP. Делай сам продакшн. DSP – сам себе satisfaction. DSP – это, естественно, не халям-балям. Делай правильную рэпчину сам. Все взяли ручки, все взяли камеры. И вперед, поехали. DSP. Голос урбана не испорвана. Как за каменной стеной чувствуем себя уверенно. Временно это не про нас. Ведь каждый имеет вес и не приемлет стресс. Построение слов имеет главный смысл. Все эти пишут идеи и жизнь. Пока молоды, пока ноги покорно кормят мир. На вырве сердце самым нервным причинам нормы. По карманам рисованным на лампу лаванули навалом. Так что промо-группе руки за работу мигом. Бегом, бегом, бегом. Сделаем вокруг всем шум и кам. Шум и кам. Слушай внимательно, это братуха вся замануха построена на реструктуризации слуха. Меня режет скальпель пустых дней. Забытыми более-менее где-то ранее повезли. Все, кто приходит к хип-хопу, минуя его корни, остаются на скамейке запасных, помни-помни. Город попрятал все тайны, легенды и мифы. Но если копать их поглубже, береги пифа. Через мокрый от башен и боном и кашем. Так что все эти джойнты, как для школьника, кашем. Старая школа, как кока-кола, так же приятно. И мы будем ее реализировать. Итак, как я и обещал, у нас в студии гость. Это Ганза, Сангу де Сау. Правильно назвал? Правильно назвал, да. Как ты обещал, я пришел. Да, несмотря на пургу, снегопады, сумасшедший мороз, мы тем более находимся далеко за МКАДом. Далеко за Химками находимся. Но он здесь, не все гости добираются к нам. Но когда добираются, мы очень рады. Тем более, вот, ты пришел с не пустыми руками, как я знаю. Да, а принес, я непосредственно клип, да, группы Sangu de Sao. Снятый, правда, еще летом, но вот подготовленный к недавнему времени, который будет скоро презентован, я надеюсь. И будет презентован прямо здесь. Хорошо, что в клипе, кто снимал, какие прикольные моменты, может, там быть? О, снимали мы сразу три клипа летом. Была ударная, на самом деле, ударные несколько недель. Приехали ребята из Омска, группа Black Forl, и они снимали нам три клипа. То есть это все вперемешку с работой, вперемешку с какими-то бытовыми моментами происходили съемки этих трех клипов. То есть утром ты занимаешься делами, в обед ты едешь куда-то сниматься, и все эти три клипа снимались вперемешку. Непосредственно. Вот «Без провокации» – это песня как раз непосредственно группы Sangu de Sao. Мы считаем вместе с моим напарником Джоном. Сегодня, к сожалению, он не смог прийти по некоторым личным моментам. А снимали мы часть в клубе Подмосковье, часть снимали на съемной квартире у друзей. Как раз очень сложно найти, оказывается, в Москве квартиру, в которой идет ремонт. Как правило, все видео покупают уже отремонтированные.
все с ремонтом, где все включено. Ну, собственно говоря, вот основные два места локации съемки было. Пытались сделать что-то смешное и веселое, исходя из минимального бюджета. Ну, к счастью, песня достаточно задорная. И ну, главное было в грязь лицом не ударить уже. Вот. Ну, так или иначе, все это было готово еще практически где-то в августе, наверное. И вот два клипа были презентованы в прошлом году. И один в этом, который будет презентован сегодня. Прямо здесь, на канале Урбана. Кстати, о канале Урбана. Сейчас на нашем сайте a1tv.ru есть целый канал, интернет-канал Урбана. 24 часа в сутки один хип-хоп. Пока только клипы. Естественно, чем дальше, тем больше будем добавлять клипы, русские клипы. Нужно больше все-таки наших исполнителей продвигать. И, естественно, будем делать какие-то фишки, программы и так далее. Хорошо, сейчас как раз мы посмотрим клип, а потом мы еще поговорим о вашей группе. Шикарно. Ну чё, Андрюх, поехали? Куда? Выступать. А репетировать? Ну да, давай и репетировать. Я репетирую. Я тоже репетирую. Ты чё, меня сейчас провоцируешь? Да не провоцирую. Ну чё, Лёх, поехали? Куда? Выступать. А репетировать? Ну да, давай, репетировать. Я репетирую. Я тоже репетирую. Ты чё, меня сейчас провоцируешь? Не провоцирую. Я за пределом квартиры не вижу угара. Быть может и не поедем, а забухаем на пару. И чё там делать возле бара? Ведь и так хватает стеклотары с паром и десочка в кучу старых. Вообще устал за неделю и молотки по вискам. Кого ловить там на танцполе, если не додам? Плюс диджей поставит драма, а вдруг драка травмы? Вот нафига нам эта драма? Скажи прямо, и уезжать рано. Значит не выспаться, а так сидим на бодряках. Так фигли рыпаться, вообще закончится. И до магаза степ бай степ. Да нет, дружище Лёха, надо ехать делать рэп. Ну чё, Андрюх, поехали? Куда? Выступать. А репетировать? Ну да, давай и репетировать. Я репетирую. Я тоже репетирую. Ты чё, меня сейчас провоцируешь? Да не провоцирую. Ну чё, Лёх, поехали? Куда? Выступать. А репетировать? Ну да, давай, репетировать. Я репетирую. Я тоже репетирую. Ты чё, меня сейчас провоцируешь? Не провоцирую. Эй, йоу, поймаем тачку. Да не, мы на автобусе. Не мы одни такие, много нас таких на глобусе. Сегодня, Лёха, будем отжигать с тобой на тусе. Только давай сперва по сиге, я совсем не в фокусе. Пакуем чемоданы, то есть выбираем шмотки. Москва ночная, в это время сплошные пробки. Может, по сиге? По стопке. По сиге? По стопке. Давай еще по стопке за столичную давай. С пробкой. Хотел прямой наводкой в койку двигать на покой. Как слышу Лёхин голос с кухни. Андрюха, стой! В таком витке податься в клуб на пати — это бред. Не, дружище, надо делать рэп. Ну чё, Андрюх, поехали? Куда? Выступать. А репетировать? Ну да, давай и репетировать. Я репетирую. Я тоже репетирую. Ты чё, меня сейчас провоцируешь? Да не провоцирую. Ну чё, Лёх, поехали? Куда? Выступать. А репетировать? Ну да, давай, репетировать. Я репетирую. Я тоже репетирую. Ты чё, меня сейчас провоцируешь? Не провоцирую. Мы провоцируем кричать «Сангу де сау! Сангу де сау! Сангу де сау!» А в ответ на просьбу тишина из зала, тишина из зала, тишина из зала. Стою на сцене клуба, одетый модно. На меня таращит публика глазюками голодными. И папарацци с телефона ослепляют вспышкой. И нас как будто трое, я Андрюшка и Адышка. Бег в мешках с микрофонами в руках до финиша. Не спеша, без кипиша, за шагом шаг я выдержу. Выдержишь? Выдержу. Выдержишь? Выдержу. Ну давай тогда по бочковому выдержанному. Биты в ушах с примочками, начитку слышишь? Прикольный сэмпл, ты потом его мне вырежешь. Вырежу. Вырежешь? Вырежу. Вырежешь? Давай без провокаций, сказал же вырежу. Слышь, гляжу, ты тоже, Деца, смотришься свежее. Все ровно, брат, тебе претензий не имею. Не знаю, как ты, а я вот понимать начинаю, что за пределы хаты пару дней ногами не ступаю. Употребляю сок морковный, фруктовый рулет. Небось мечтаешь о пиве темном под омлет. Вовсе нет. Вовсе да. Вовсе да. Вовсе нет. Я тут подумал, чё, надо делать рэп. Чё? Ну чё? Ну чё, Андрюх? Ну чё, Лёх? Чё? Ну чё, Андрюх? Ну чё, Лёх? Чё, Андрюх, поехали! Итак, это был клип
Сан Гудесау, без провокаций. Кстати, целых 3 месяца учил название группы Сан Гудесау. Что это означает вообще? Ты склонный ко всему восточному, поэтому да. Произносишь, конечно, не так. Ну да. Просто сангу означает кровь. Что вот в русском языке под понятием кровь имеется, как это может быть кровь родная, кровь, которая течет по венам, родство. Слово сангу означает. А Д — это артикль всего лишь. А САУ — это северный административный округ, где я имею честь проживать, где я родился, где я живу и, собственно, жить и планирую. Вот. Ни в коем случае не ЦАО, про которое некоторые думали. Никакого отношения к этому не имею. Вот. Поэтому вот так. Видишь, все просто. Да, понятно. Но ты говоришь, что все-таки ты приблизительно видишь и наблюдаешь, что творится в русском рэпе сейчас, что происходит. Ну, что не происходит? Так, что подколон очень сильно. Ну что сейчас? Какие тенденции? Тенденции? Да. Ну, Чен, вопрос, конечно, интересный. Я думаю, всем интересно. Всем твое интересно. Мнение о русском хип-хопе. Что сейчас происходит? Ну, это... Некоторые пытаются скрывать, что рэп — это вне политики. На самом деле, рэп как был политичным, так его за аполитичность его никогда не скроешь. Некоторые... Не знаю, команды, некоторые артисты это начали напрямую заявлять. Вот. И это я замечал несколько раз такие тенденции в некоторых песнях у разных людей. Причем, может быть, не в тех песнях, которые ты мог подумать сейчас даже. Мне это не интересно. Мне не интересен американизм в рэпе. Совершенно не интересно никакого. Я не говорю про музыку. Там музыка может быть разной совершенно. Важно то, что ты говоришь. Важно слова. Можно как-то рэп, можно стихами это назвать. У кого кому что ближе, у кого на что больше похоже. Ну а что ты называешь американизмами? Это йоу, флоу? Йоу, флоу, вот эти все хаслы. Я не понимаю, что это такое, честное слово. Мы эту тему с тобой, помню, поднимали в прошлый раз, когда я приходил. Ну это давно было. Да, это было давно, но это была правда, потому что это все задокументизировано. Вот. Я до сих пор не пойму, что это, не пойму, зачем это молодым ребятам, молодым русским ребятам, зачем это надо, вот это все показывать. Если молодежь, если это они делают, ребята, которым уже под 30, делают вот это весь американизм, ориентируясь на слушателей 12-15 лет, ну хорошо, я хотел бы своего слушателя видеть взрослым, то есть это однозначно. Мне кажется, если артиста, вместе с артистом, вместе с его творчеством не растет его публика, то, мне кажется, многое зря. Я где-то читал на каком-то из сайтов, интервью, по-моему, ваше было, что проект Сан Гудесау заморожен. Это правда, что это? Или это слухи? Да, это мой ответ был, да, на вопрос в одном интервью. Что это значит? Это означает достаточно... Ну, некоторые склонны драматизировать, кто-то там распадается. Мы там не так, чтобы собирались все, чтобы распасться, но как-то это не очень. Распад, полураспад – это какие-то процессы страшные. На данный момент, то есть Сан Гудесау как дуэт, ну, мы альбом сейчас не пишем как дуэт. Мы на данный момент решили, что нам интереснее было бы раскрыться как сольным исполнителем. И поэтому я надеюсь, что до лета, точнее весной непосредственно, даже надеюсь, что не поздней, и мой релиз сольный формата всего лишь EP-шки, то есть там будет 7-8 треков, он выйдет, и у моего напарника по Сан Гудесау Джона тоже. И сразу, чтобы слухов не было, мы не ругались, как некоторые думают. Я думаю, почему Джон не пришел? У меня сразу мысль, почему-то Джон не пришел. Что-то случилось, значит, возможно, как что-то произошло, понимаешь? Нет? Нет. Может, он шел сюда и где-то в подземном переходе... Его сломали с лыжи, да? Или кто-то ему их сломал. Ни в коем случае. Ну, не шмок он. Так что, на самом деле, то есть, какие-то жечь мосты, там что-то там нет, мы не будем, потому что являемся артистами лейбла Soda Production, и исключать какие-то возможности каких-то там релизов совместных, ну, не будем, потому что и на его релизе сольном, и на моем будут наши какие-то совместные треки, вот, так или иначе. Да мы живем через дом, куда нам ругаться? Могу сразу сказать, что я последние треки пишу сразу в голове. Аватар смотрел, да? Я понял, ты проникся, да, вообще. Да, вот. Я подсоединяюсь сразу, выхожу в интернет,
при помощи своего USB-устройства. USB-косичка. USB-косичка, вот. И все треки сразу моментально уходят, чтобы тут не заниматься. Ну, вот, знаешь, ты мне рассказывал про один свой трек свежий, не так до эфира. Мне кажется, это вирус схватил 100%. Ну, возможно, потому что в башке творится черт знает что. А сейчас очень много информации. И поэтому, друзья, все-таки советую ставить себе в голову какие-то фильтры. Потому что говна в голове будет очень много. Потому что срут, дизы вот эти все, дизреспекты. Это мрачно очень. Это ведь самый один из самых популярных способов пиара на данный момент вообще. Говно! Не слушайте это говно и прекращайте этой херней всем заниматься. Делайте нормальный рэп. И, может быть, Ганза станет все-таки рэп слушать русский, тем более, вообще, а не рок. Хотя против рока ничего, естественно, я тоже не имею. Почему? Противно, я сразу скажу, противно. Поэтому, так как это моя авторская программа, я все-таки стараюсь здесь показывать настоящий рэп, настоящий хип-хоп. Пусть они не самого лучшего качества иногда бывают. Для этого у нас есть рубрика DSP, делай сам продакшн. Вот. Всегда я стараюсь показывать именно такое видео, чтобы все-таки вы приучались к хорошему тону, хорошему вкусу. Такая небольшая миссия, небольшую миссию такую на себя взял. Вы не смотрели Urban Movieton? Да. Хорошо, это был Ганза, Сангу де Сао, правильно сказал? Еще раз. Нормально, нормально. Извини, конечно, за мой китайский акцент. Сангу де Сао, это был Сангу де Сао, это была программа Urban. Всем мир! Пока. Что играет из твоих динамиков? У кого-то радость, у кого-то паника. Верь или не верь ты моим словам. Выбирай сам, выбирай сам. То, что играет из твоих динамиков. У кого-то радость, у кого-то паника. Верь или не верь ты моим словам. Выбирай сам, выбирай сам. Всем городам, если глухой, читай по губам. Смотри внимательно, ведь можешь попасть в капкан. Тебе выбор дан, сделай шаг вперед, не спотыкнись. Мой Андрю хип-хоп, я не предам его ни на грамм. Выбирай сам. Эти толпы альбомов на полках. С голосом режущим, слух колющим, как иголка. Без толпы в твоих колонках. Гитары играют на струнах, как на нервах. Проверен на путь неверный. Выбирай сам. Слова, от которых болит голова и тянется рука нажать, стоп, забить пороха. Пока-пока, для тебя закончена игра. Когда я установил новые правила оставила, пока враги зубы скалили. Мы подменили знамена свои поставили. Сами выбрали то, что любили, оставили. Пока в твоей голове семена прорастали. То, что играет из твоих динамиков. У кого-то радость, у кого-то паника. Верь или не верь ты моим словам. Выбирай сам, выбирай сам. То, что играет из твоих динамиков. У кого-то радость, у кого-то паника. Верь или не верь ты моим словам. Выбирай сам, выбирай сам. Плейли стоп, хип или хоп-хоп. Бит или бас, выбирай сам. Я пока раскуриваю струн рифма. Фигура креатив, тебя делаю мифом. Не смешивай мою травку. Москва, плей, вас следом жив. Атака плей до конца пути. Бати, бати, бой, беги, беги. Кручу руль, слушаю беги. Пока на пике каждый день уикенд. Я представляю свой стиль, плюс фишки. Выбирай, выбирай сам, но не ошибись при выборе. Пускай в реальность твой вымысел, рифм промысел. Из-под пола и звучат инструменталы. Режим борьбы всем слабым, МС фаталити. Мне коммерции, слышь, просто прикалывайся. Выбирай сам, выбирай сам. А теперь живой джем в рубрике «Фит». Смотри. Чё? Что такое? Смотри мне. A1. Это Dino MC47. MC Pan. Это программа Urban. Feet. Поехали. Все, кто с нами, все наши люди.
у экранов телевизора поднимите свои руки. Это не про гламур, лакшери и прочий шик. Это точно совсем не гэнгста шит. Те, кто не торопится, те, кто спешит, каждый сам для себя услышит и решит, каких вершин надо достичь, чтобы успокоиться. Где последняя ступень мастера черного пояса? И само собой все точно не устроится. Вот мы и боремся за эти остатки совести. Это Сталинград, Курская дуга, дорога на Берлин, герои города. Россия матушка, как воздух и вода. Я патриот своей страны, так будет всегда. Это то, ради чего можно умереть. Как ни крути, нам всем в этом огне гореть. Так что лучше за дело, чем стоять и смотреть, как на торгах свинец меняют на медь. Это я про оружие, оно вам будет нужно. Небо плачет, а мы идем по лужам, по суровым стужам, морозу и холоду. Этот рэпчик, как коктейли Молотова. Этот рэпчик делает меня крепче, крепче, чем Чивас, Макаров и Стечкин. Две сплошные красные встречка. Живем один раз и ничего не вечно. Клубы, телочки, веселье, праздник. Это, конечно, все очень сильно дразнит, но мы-то точно в этом не увязнем. Суть этой музыки — оставаться на связи. Владею техникой, я знаю правила. Не ненавидь игрока, ненавидь игру. Фортуна нас выбрала, на нас поставила. Держи друзей близко, ближе будь к врагу. Это хип-хоп, это Москва. Чувствую энергию в этих текстах. Это наша жизнь, это наш расклад. Дай мне мой майк, мои 100 и 100. Я из Москвы, места, где обитаю, знают, как драконы муай-тай опускают фай. У меня в сердце май, пока огонь пылает. Я свою стаю не оставлю, скамни коротаю свой путь. Выбери городу дать поводы за годы. Тепло в холод, опыт в молодость, олово в золото. Борьба за мир среди флейва. Пара минут, и брат, coming to save ya. То, чем обладаю, тебе кидаю. Иллюзий не питаю, но хожу по краю. Угораю, со мною моя стая. Бит хлистает, львиный оскал Одиныча. Драконы и стали для меня. Хип-хоп — это дом, это хоум. Number one, деликатный хам. И рвать потроха, то, что нас объединяет. Впирает фаути, салтуса и бит, kill a light. Такая карма, почти что мистика. И мой вопрос: ну где же истина? Своими красками, своими кистями покрываем холсты, как осень кроет город листьями, мыслями. К людям не пробиться, до них не достучаться, им будто это снится. У каждого свой сон, но в основном кошмары, бытовуха, работа, учебные кары. Внутри копится все больше злости, вперед по жизни на бешеной скорости. Через пропасти, обстоятельства, лопасти ломают нас, а мы строим свои крепости. Сила верности, а значит, все мы слабые, рабы материального, хотим только славы. Вперед по головам, все на пути святая, но забывая о главном, в этом мы не правы. Многие хотят быть звездами, поколение у них не получается. Идут на обучение без своего мнения, самого молоду в голову мысли вбивая словно олово. А я иду по холоду, мне плевать на золото. Я кидаю строчки, как коктейли Молотова. Режу серпом и добиваю молотом. Я знаю себе цену, не мерьте ее в долларах. Сколько слов сказано, сколько дел сделано. Свобода, где она? Мое будущее, аромат пленящий, в огнях блестящих, все красиво. Мы настоящие, не пяльтесь в ящик, это пропаганда. Мы не те, кто будет жить по командам. Мы не те, кто подчинится дилетантам. Мы диверсанты, я выступаю гарантом. Как ты, один апанаракет, и вот так мы летим, переполнены пакеты. Это рэп international, мы делим пополам, пацанам, от пана, эй, салам. Эй, бэйби, calm down, не будет в сердце льда. Самых холодных леди минуты с нами гадал. Самых красивых леди, но нас ждут города. И на крыльях этой музыки весь мир облетаем. География шире, друг другу метаем сай. Спасибо, Рахмет, Сал, моей семье и стае. Я где-то на Кавказе, ищи меня в Казахстане. Видели в Питере, следы самолета растаяли. Что мне нужно, чтобы оставаться в стайле? Просто быть собой, ничего уникального. Тут нету тайны для Маудера искали. Если вы рэп искали, вы нашли, то искали. Ты еще веришь в мифы, забудь. Будь поздно, это понятно. Здесь и детям, и взрослым до глубины души, до сердца и мозга, запомни. Москва, город грозный. Ты еще веришь в мифы, забудь поздно. Это понятно, здесь и детям, и взрослым до глубины души, до сердца и мозга, запомни. Москва, город грозный. Это Dino MC 47, MC Pan.
для нашего любимого канала A1 Urban, рубрика Feed. Респект всем нашим людям, респект нашим крутым музыкантам и, конечно, всем вам. Спасибо. Спасибо.